Здравствуй, дорогой зритель! Еще одна посылка, опять же, с Китая, опять же, с сайта AliExpress. Что? Не знаю, вот даже не знаю, честно. Предположений много, а что конкретно может быть? Сейчас раскроем и посмотрим. Ну что ж, ножик, уже не визитка, посылка. Не открываем, смотрим. Поножу. Ножик, конечно, чуть-чуть подточить. Вот что это. Это видеорегистратор. Кстати, я не думал, что он так быстро придет. Он быстро пришел. Видеорегистратор я привез под заказ. То есть меня попросил человек себе видеорегистратор. Плюс разветвитель. То есть от прикуривателя на несколько гнезд. Разветвитель, конечно, еще не пришел. Но видеорегистратор пришел очень быстро. Бюджет у человека был ограничен. Бюджет у человека был на видеорегистратор и на прикуриватель 2000. Конечно, хотелось что-то хорошее. По регистратору. Угол обзора хороший, G-сенсор есть, Full HD пишет по заявлениям, большой экран. Ну, остальное все сейчас, ну, не ожидал я так быстро получить видеорегистратор. Коробочка добротненькая. Так, что у нас в комплекте входит? В комплекте у нас получается сам видеорегистратор. Кстати, видеорегистратор человек просил, чтобы был с камерой ночного видения. Даже пленочка, это уже человек сам будет снимать. Я, конечно, потестю, покатаюсь, посмотрю, но пленку снимать не буду. Присоска, которая также нам понадобится. Шнур, как я понимаю, наверное, к компьютеру USB. Сам кабель. Кабель должен быть длинный. Ну, я думаю, что да, я думаю, что его хватит кабеля. Мануальчик на английском. Разбираться будем методом тыка. И SD-карта. SD-карта на 16 гигов. Заказывал на 16. То есть этот набор, вот это все, видеорегистратор, вот это все, плюс флешка. Если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, 1500 с копейками. То есть до 1600 обошелся. Сейчас потестим, поставим, посмотрим, как видеорегистратор работает, насколько он эффективно работает. Итак, что мы делаем для начала? Для начала мы вытаскиваем флешку. Вставляется она, по всей видимости, вот так. Вот, да, вот даже показано, куда и как. Вот показано, куда и как она вставляется. Это мы вставили. Дальше нужно крепление. Крепление вставляется. Здесь крепление вставилось. Чтобы его зафиксировать, получается, оно затягивается. Да, затягивается. Сейчас мы его подключим для начала. Просто подключу. А, я понял. Вот это у нас получается блок питания. Вот это у нас получается разъем для питания. А вот это разъем для Full HD. Ну, кстати, вот именно самого кабеля для Full HD и нету. Сейчас включим. Так, вот. Вот кнопка включения. Вот меню, перемотки, окей. И так далее, тому подобное. Вот это там красненькое, я так понимаю, наверное. Тут еще в нем должен быть аккумулятор свой. Красненькое, наверное, заряжается. Сейчас мы его включим. Кнопкой питания. Вот он включился. Вот получается запись идет. Да, запись идет. Ну, я, конечно, не Full HD. Хотя, знаешь, экран может быть не Full HD. Тут показано, что запись идет Full HD. Микрофон, то бишь, пишет звук. Соответственно, идет, я не знаю, что это камеры, наверное, какие-то. И что он заряжается. Время, дата. Сейчас мы попробуем посмотреть и поковыряться в настройках. Меню. Мода — это режимы, насколько я понимаю. Вот он режим. Так, вот теперь меню. Для начала было бы неплохо найти язык. Парк моды. Дата, вот дата. А, вот это я понял, что это фотографии. Вот это делать фотографии, значит, получается. Ага, тут можно сразу и смотреть на экране, что я записал. Но мне это не нужно пока. Ладно, все это хорошо, но для начала бы... Ладно, я сейчас сам поковыряю. Вот так он прикреплен. Ну что, поехали? Угол обзора у него даже очень хороший.
кому заказывал этот видеорегистратор, просил, чтобы он был с камерой ночного видения. То есть писал ночью. Обязательно сегодня вечером прокачусь и посмотрю, как же это все будет происходить. Видео теста приложу. Я же лазил в настройках и до конца их все не понял. Тут еще есть, тут такая есть возможность отключения экрана. То есть через 5 минут я поставил максимально, экран будет отключаться, чтобы он не отвлекал водителя. Ну, на самом деле удобно. Как он пишет, мне нравится. Слышно, что он что-то говорит. Непонятно что, но что-то по-английски он говорит. Но это нужно время, чтобы больше в нем разобраться. Основные настройки я подключил, сложного ничего нет, язык русский нашел, остальное все вообще остается понятно. Функция фотографирования, функция видео, провод очень длинный. И вот еще какой моток остается. То есть хватит провода, на самом деле очень даже много. Ждем вечера. Вечером прокачу еще и попробуем в ночное время, как он работает. Итак, я прокатился с видеорегистратором в ночном режиме по ночному городу. Что я видел по экрану на видеорегистраторе? Мне поддержи молодой канал, ставь большой палец вверх, пиши комментарии. Береги себя и своих близких.